А, какая жесткая игра, дэм. Блин, кусты мешают. А здесь я. Где-то сидит, просто сидит. Как будто бы. Всем привет, Кус, здорово. А перед началом видео не забудь поставить лайк и подписаться. Это очень сильно поможет в развитии моего канала. Также не забывай приходить на стримы, которые проходят практически каждый день. Буду тебя ждать. Она прикольная. Выглядит прикольно. Так, ладно, чекаем, где дед. Что дед далеко от меня. Я прям далеко резнулся. Ага, она, короче, может пролазить, я понял. У нее в целом перки прикольные. То, что у нее восстанавливается стамина, я так понимаю, после того, как ее оглушают. На 30% быстрее. Это типа базовые даже перки. Не оглушают, а она сама оглушается. Turn on. Генератор, который я сейчас потушу. Она еще и поет. Вот, а почему дед сейчас чуть раньше времени, ну как бы, не так быстро проснулся, как обычно? Точнее, наоборот, быстрее, чем обычно проснулся. Почему? Не знаю. Опа, одного спалили. Опа, я вижу сурва. А почему он красным подсвечивается, а не желтым? Ну, вот вопрос. Здорово, Тём. Нифига себе, подруг, 22:45. Слушай, я уж какой день стримлю. Поздно. А я типа в целом хочу переехать на поздние стримы. Старый. А, я понял. Она может пролазить, но не может их закрывать. Да. Всякие штуки. Все, понял. Но ты можешь это, какие-то проходы ядом запрыскать. Ой, я кого-то слышу. Опа, опа, проход открывает. Сурф. Открывай, открывай, баллика, открывай. И пролазь сразу. Хе-хе, а здесь я. Два удара, три удара, четыре. Ну и все, я ее убил. Как же я ее поймал. Смотри, какое добивание. Смотри, смотри, смотри. Мне кусты мешают. И реверанс. Май. Красота. Опа, First Blood, кстати, ачивка. Так, а где дед? Где дед? Вижу деда, иду к деду. Сейчас мы дедушку накормим. Are you okay, grandpa? А, говорит, опей. О, тип ливнул сразу. А, это тот, которого я убил, что ли, ливнул? Да. Так а что ему сидеть, смотреть? Ну да, да. А он получит интересный опыт за это? Да, наверное. Где-то орёт. Как же их хорошо, что я услышал. Здесь, короче, слушать прям нужно внимательно. О, кажется, я еще сурово увидел. Бегу, бегу. Да-да-да-да-да, бегает в кустах, как будто я её не вижу, а я ее вижу. О, тут тип ко мне. Опа. Давай, я за другим побегу. Давай. Почему она за бок держится? Ты ее уже бил? Нет, они все за бок держатся. Что? Уже вышел. А как он вышел? А ну-ка, иди сюда, сука. Хи-хи-хи, иди сюда. О, она на меня тоже напала. Сопротивляйся. А я и яда кинул в глаза. Так, подожди, я должен быстро восстановиться. Мой перк должен сработать. Да. 30% сразу восстановила. Вижу ее. Там, где дверь. Иду на перехват. Ой, ее уже ловят, уже ловят. Да, это я был. Давай, догоняю. Я пойду налево. Ты не уйдешь. Ты не уйдешь. Загоняем, но. Давай, добивай. Хорошо. Сейчас кусты. Ой, не должны начать. Да, да, да. А, какая жесткая игра, дэм. Блять, кусты мешают. Не показывай добивание. И реверанс не показали даже. Хорошо. Так, остался один фрик. Пойду деда кормить.
Он уже орет. Кстати, может подсветить, смотрите. I love you, grandpa. Хаос холодный. Капец, она у меня вся в кровище. Сейчас закричит третья стадия. И никого. А, вот, а я яд ни разу не использовал, кстати. То есть я могу задоджить, да, закрыть проход ядом. Да, да, да. В теории. Тип, который пробежит, он будет потихоньку хп терять. Да, нормально, нормально. Но меня интересует другой вопрос. А как один из них убежал? Я вот не знаю. Escape. И он ливнул сразу. И очень быстро. Может, это читер уже? А цели каковы устроены? А как обычно в этих играх? Наша задача их поймать и всех убить. Их задача убежать. А, так вот выход. Я нашел выход, который он открыл. Лол. Мы его просто не контрили. Вот здесь кнопка горит зеленым, ё-моё. А, вон там. А, нифига себе. Пройти можно. О, а, это ты. Звук услышал, думал, это не ты. Понял, да? Но я уже закрыл дверь. Ну, типа, просто закрыл. А там выход на улицу. То есть он просто с нашего ранчо убежал. Да, вот он вставил, типа, этот. Ага. Ага. Интересинг. Но они играют, я так понимаю, не в пати, потому что он бы сказал чуваку, что выход открыт. Значит, еще один фрик, который не знает, где выход. Короче, здесь один момент неправильный. А если здесь нет все-таки рандомной генерации. Бубич кого-то рубит, а он в проход себе рубит. Тут на выход можно и просто через дверь идти, когда получается. Не, ее же открыть нужно. Чтобы ее открыть, нужно найти этот и поставить его, понял? Я вот сейчас через дверь просто вышел туда же, куда он выбежал. Ну ты-то вышел, потому что дверь открыта уже. Не-не-не, я через мотель прошел. А, там есть проход просто? Да. Странно. О, чё мне, яд закончился, а как его восстановить? Есть такие, типа, эти, алтари. А, ага, все, понял, там восстанавливается, я видел. Да. Я не мог его использовать, потому что у меня не было, но был фуловый яд. Да. Вот они, ага. Вот еще один выход, как я полагаю. Он где-то сидит, просто сидит. Как будто бы. Или он очень грамотно сидит, в плане ждет, когда дед заорет. Она еще и поет, прикольно. Кормлю дедом. Хватит, наверное, на пятую стадию. Хватит? А! Чуть не хватило. А! Что, убежал! Escape from family. Damn! Молодцы, слушай, он быстро нашел выход. Да. Прям очень быстро.